Вот уже 40 лет правящий в этой стране тиран угнетает свой народ, лишая его основных конституционных прав. Время пришло. Время отдать власть. НАТО должно продолжать военную операцию, чтобы привлечь его к ответу. Я за свободу слова, честные выборы, равные права для женщин. Самому смешно. Верховный лидер, он требует, чтобы вы приехали в Нью-Йорк и выступили с обращением. Прекрасно! Нас ждет Америка! Адмирал-генерал с прибытием в Нью-Йорк. Я настоятельно рекомендую посетить Empire State Building, пока его не взорвал кто-нибудь из ваших братьев. Проснись и пой! Никто тебя не узнает! Я без бороды! Вы не одолжите мне немного денег, хотя бы 20 миллионов. Я выступаю в Организации Объединенных Наций. Отвали, докладчик. Идем, вставай быстрей! Убери руки с моей груди, пожалуйста. А тут грудь есть? Я думал, ты парень. Я согласен стать генеральным менеджером. Ты не сможешь стать менеджером, я менеджер. А я тебя зарежу. Ну да, если только... Мусор вынести сможешь? А ну хватит. Заткнись, лузер. Эй, шапочка для душа, шевели копытцами. Топ-топ. Следующий. План таков. Мы два обычных американских туриста. В Америке хороший тампон, а я лучший. Раз уж ты все равно здесь, получай удовольствие от достопримечательностей Empire State Building. А я бы очень хотел посмотреть салют над статуей свободы. Отпустите жену! Нет! Диктатор. В кино 17 мая. Смотрите наши HD-трейлеры кинопремьер на новом iPad 3. Все подробности на appleoriginal.ru.